Предмет очередного скандала в Бийске – полигон ТБО, расположен на въезде в город еще при царе Горохе. Правда, в 2013-м его отодвинули от обочины вглубь поля. Но свалка есть свалка. К тому же по решению арбитражного суда это место складирования ТБО закрывается. И славный Наукоград вообще рискует остаться без полигона, что, в свою очередь, чревато ростом тарифов на вывоз ТБО. Было закрытое заседание членов депутатов городской думы, администрации города Бийска, региональный оператор присутствовали. И присутствовало много управляющих компаний, представителей управляющих компаний, перевозчиков. Вся инфраструктура, которая содержится именно в этой сфере обращения с отходами. И на данном собрании заместителем генерального директора спецобслуживания Центральной Тарана Андреем Александровичем было произведено о том, что при отсутствии полигона в городе Бийске мусор будет возиться с согласования края в полигон города Барнаула. Нас это возмущает до безумия, меня как жители это возмущает. Соответственно, моя услуга, стоимость услуги захоронения отходов, она возрастает у меня в разы. По предварительным расчетам это будет не 30 рублей, как сейчас, а 230 рублей. Мусорная проблема в Бийске вот-вот превратится в социальную, и потому проект строительства нового полигона, безусловно, оказался своевременным. Расчетный срок эксплуатации презентованного объекта – минимум 20 лет. Ежегодный объем приема неуплотненных ТКО 4-5 класса опасности – 108 тысяч тонн. Защитные покрытия, пленки, дренаж, система радиационного контроля. Вроде бы все хорошо, но, по мнению регионального центра ЖКХ «Контроль» в лице Сергея Тастана, была нарушена процедура проведения общественных обсуждений, да и сам проект якобы выполнен с нарушениями. Не произведены никакие изыскания, где сколько наличие, на каком расстоянии грунтовые воды, порозии ветров. То есть поэтому практически пакет документов просто такой он минимальный. Откуда информация такая неправдивая, что изыскания не проводились? Все изыскания проведены, все действуем в соответствии с законом. Нормы законодательства не нарушали. Информация половина у вас неправдивая. Кажется странным, что такой повышенный интерес к месту выбора захоронения Бийского полигона проявляет общественник из Барнаула. Да и претензии Тастана касались именно места размещения полигона, а не самого проекта как такового. Кроме того, за 2 часа до начала обсуждения он решил проверить точки, где по закону для ознакомления общественности должны были размещаться проектные документы. И по его словам, документов там он не нашел. Вы какие-то... были сегодня, вы как отдел, как общественная организация ЖКХ. Я представился как ЖКХ-контроль. ЖКХ-контроль. Были сегодня если вы, в нашем управлении. Если вы знаете, не был у вас, если вы знаете закон об общественном контроле. Ну вы проехали кто вы? Вы ваши представители. Зачем проехали? Или взрослый человек приехал? Или вы проезжали как... Я у вас не был, вы не видели. Вы сами вас не видели. Вы зачем вы говорите? Вы сказали, что я есть адреса. За что говорить? Представители ваши, я не понимаю, чего вы. Барнаульский общественник уверен, Бийску полигон не нужен. Большой беды в этом не видит. Впрочем, тут же поправляет сам себя. Зачем строить один? Можно и несколько мелких вокруг города. То есть, по факту, руководитель ЖКХ контроля предложил оцепить Наукоград полигонами и полигончиками. Эти и прочие претензии, высказанные Тастаном, вызвали у собравшихся очередную бурю возмущения. Если человек позиционирует себя в качестве сотрудника контроля ЖКХ, законодательство в сфере ЖКХ должно быть достоверно известно. Что касается площадок мест накопления организации полигонов, полигон должен быть на муниципалитет один. Во время выступления Сергей Тоскан неоднократно ссылался на поддержку госинспектора охраны окружающей среды и управления Роспотребнадзора. Однако вместо того, чтобы поддержать выступающего, руководитель Бийского отдела Роспотребнадзора напомнил о том, что все решения его ведомство принимает после проведения госэкспертизы и заверил, что окажет посильную помощь в оформлении необходимых документов. Госинспектор в сфере охраны окружающей среды и вовсе обвинил Тастана в попытке навязать ему свое мнение накануне обсуждений. Вы сказали не так. Вы сказали, что мы всем единым фронтом должны отказать. Нужное дело вообще строительство полигона. Никто разрешение на строительство, никакая экспертиза с какими-то нарушениями этот проект не пропустит. Я считаю, что это было, как сказать, подкуплено. Даже вот этот представитель сказал, что ему звонили, сказали, что нам не полигон надо. И вы понимаете, я просто был возмущен. Ну, не то, что я, по-моему, все, которые там присутствовали, были возмущены вот этим выступлением его. Обличение в незаконности обсуждений и поиски Сергеем Тосканом ошибок и нарушений при оформлении проекта провалились, как и попытки сорвать, собственно, общественные слушания. По сути, на этом общественные обсуждения и закончились. Комиссия приступила к составлению протокола. Теперь проект уходит на федеральную экологическую строительную экспертизу,
которые должны завершиться в начале 2019 года. Как ожидается, после этого начнется реализация озвученных планов. Хотим создать новый полигон, построить по всем законодательным нормам, то есть соответствующие экологическим стандартам, то есть новый полигон. Денежные средства на строительство данного полигона у нас собственные, то есть мы деньги с бюджета не просим. Сумма, которую инвестор вложит в реализацию проекта только на первом этапе запуска строительства – около 164 миллионов. Место под строительство утверждено, оно удалено вглубь полей еще дальше от Чуйского тракта. Старый полигон уйдет под рекультивацию. Его сотрудники автоматически перейдут на новые рабочие места. Кроме того, число рабочих мест на предприятии будет значительно увеличено. Марина Волкова, Андрей Сигаев, Иван Зяблицкий. Будни.